Святой Патрик ассоциируется с Ирландией, однако его имя вплетено в культуру всей Западной Европы. В его честь называют самые разные культурные учреждения на огромной территории. Так что нет ничего удивительного, что в самом сердце Испании существует международная школа-пансион, которая называется International School San Patricio Toledo. В этом выпуске я сделаю краткий обзор этой школы-пансиона в Испании, а уже во время вашей бесплатной консультации и после собеседования с кандидатом на поступление помогу вам понять, подходит эта школа вашему ребенку или нет, так как она подходит не каждому. В International School San Patricio Toledo школа совмещена с детским садом. Но не переживайте, малыши не мешают занятиям старших. Ученикам предлагают программу IB международного бакалавриата, которую можно пройти на английском или на испанском и английском языках. International School San Patricio Toledo занимает 7-е место среди лучших школ Испании по версии журнала Forbes. Кроме того, организация Google for Education считает ее школой Google, единственной в Кастилии-Ла-Манче, что означает инвестиции в технологии для обучения. Результаты экзаменов говорят сами за себя. Средние цифры на 5 баллов выше среднего мирового показателя. Среди иностранных языков в этой школе-интернате Испании изучают французский, немецкий и китайский языки. Сам же прекрасный город Толедо известен со времен кельтиберов, еще не завоеванных римлянами. А каждая новая волна переселенцев оставляла свой след на облике города. Сегодня его центр – это комплекс красивейших зданий, построенных в разные века. Вдохновляющая красота, старинные традиции, атмосфера современного города – это отличное сочетание для жизни и учебы. До Мадрида можно добраться всего за 40 минут, если воспользоваться экспрессом. Учеников в этой школе учатся более 550. Образование смешанное. Девочки учатся вместе с мальчиками. Вы знаете, тема «Что лучше, смешанные или однополые школы» очень часто вызывает горячие споры в мире зарубежного образования. Мои дети сейчас учатся в однополых школах. До этого учились в смешанных, очень хороших британских школах. В старших классах опять пойдут в смешанные, и в этой стратегии заложен определенный смысл. Если будет интересно узнать, какой, расскажу уже во время вашей бесплатной консультации. Спорту уделяется огромное значение в этой школе-пансионе Испании, поэтому School San Patricio Toledo вкладывает немало инвестиций в инфраструктуру. Здесь есть 2 помещения для фитнеса и физкультуры, 2 открытых спортивных площадки, дорожки для легкой атлетики, футбольное поле, крытый спортивный зал, 25-метровый крытый бассейн меньшего размера, помещение для художественной гимнастики, спортивный крытый павильон. Детям предлагают на выбор десятки видов спорта. Испанская международная школа San Patricio Toledo предлагает проживание на полном пансионе с 14 до 18 лет. Девочки и мальчики живут на разных этажах, в комнате может быть 2-4 ученика. В комнатах есть санузлы, кондиционеры, отопление. Школа предлагает 3-разовое питание с выбором из нескольких блюд, разнообразием салатов и фруктов. В одном здании с учениками живут и воспитатели, которые могут помочь в любой ситуации, сопровождают детей на экскурсиях, поддерживают связь с семьями ребят. Вообще, если вы рассматриваете именно школу-пансион в Испании, или, возможно, не только в Испании, я вам советую пройти на наш YouTube-канал, где вы найдете сотни подобных видеообзоров, в том числе лучших школ-пансионов и не только в Испании. Видеоэкскурсии по кампусам школ и колледжей, интервью со студентами, с учителями, директорами. Посмотрев некоторые наши выпуски, у вас будет возможность оценить условия проживания, качество питания в школах, уровень оснащения и даже получить ответы на многие свои вопросы. Такие, например, как «Что, если ребенок заболел во время обучения?», «Как проходят занятия?», «Как сдаются экзамены?» и многое другое. Все на нашем YouTube-канале, а в описании под видео вы найдете подсказки того, как можно связаться с нами в компании Мариади для того, чтобы получить свою бесплатную консультацию и помощь с поступлением.
В распоряжении детей и преподавателей Сан-Патрисио Толедо, научной лаборатории по биологии, физике и химии, компьютерный зал, просторная библиотека, зрительный зал на 300 человек, музыкальная школа, галереи для изобразительного искусства и даже лаборатория фотографий. Классы оснащены интерактивными досками, используются 60 ноутбуков. Среди клубов и занятий по интересам – киноклуб, школьный театр, рисование, фотография, робототехника, дизайн и так далее. В выходные дни и по вечерам в School San Patricio Toledo устраивают игры, состязания, экскурсии в соседние города для знакомства с местными достопримечательностями, кухней, особенностями культуры. Ребята выезжают и для участия в соревнованиях, фестивалях и прочих спортивных и культурных мероприятиях для школьников. Получить международно признанное образование – мечта каждого школьника, который всерьез задумывается о своем будущем. Еще лучше, если получение знаний будет совмещено с общением с ребятами, скажем, из разных стран, изучением языков, спортом и творчеством на серьезном уровне. Именно такие возможности предлагают школы с полным пансионатом. За счет постоянного пребывания можно выстроить единую систему обучения, воспитания, раскрыть таланты. Однако выбрать идеально подходящую школу – задача непростая, особенно когда выбор настолько большой. Пишите и звоните нам в компанию «Мариади». Мы ответим на все ваши вопросы, поможем выбрать и поступить. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.